праздник праздников, так называет церковь Пасху. Когда-то давно Бог прислал нам на землю своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он победил смерть и зло, избавил людей от первородного греха. В истории про жизнь Иисуса Христа Евангелия рассказывается, как Божий Сын, который Бог не умирает, согласился на смерть, чтобы показать всем, что мы не умираем навсегда, а после смерти земной воскресением жизни вечной. Когда все люди узнали воскресение Господа своего Иисуса Христа, то потянулись со всего света посмотреть на это чудо из чудес. С тех самых пор на праздник печется Пасха, как символ хлеба, который ел Иисус со своими учениками. Пасху празднуют уже более 2000 лет. Обычаи и традиции передаются из поколения в поколение. История этого светлого праздника хранится веками. Ее нужно помнить и чтить. Немало праздников на свете встречают взрослые и дети. На праздник Пасхи день чудес. Из мертвых Бог Христос воскрес. День этот всех нас собирает. Летит молитва до небес. И славят люди вышних Бога. Христос воистину воскрес. Ангельский хор подпевает с небес. Христос воскрес, Христос воскрес. Летят слова в простор небес. Христос воскрес, Христос воскрес. И рады люди всей земли, что силы мрака не смогли заполонить собою мир. И ждет Христос на брачный пир, в небесный град всех прихожан, своих церквей из разных стран. Пасху открываем, праздник начинаем. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Сегодня воскресенье.
Пойте, народы, пойте, Христос воскрес и радость принесет. Люди, ликуйте, народы, пойте, Христос воскрес и радость принесет. Звезды, летите, девушки, летите, Христос воскрес и радость принесет. Травы шумите, Христос воскресе, радость принесет. Летите, травы шумите, Христос воскресе, радость принесет. Будем кручить, будем кручить, среди кричите. Ангелы, пойте, песню утройте, Христос воскресе, радость принесет. Ангелы, пойте, песню утройте, Христос воскресе, радость принесет. Земля воскресе, земля воскресе, Христос воскресе, радость принесет. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!